Сергей, дети, пускайте их, пускай играются. Райт. Привет. Пускайте. Отпускать? Да. Чуть-чуть побегаю, да. Добрый день. Здравствуйте. Пусть чуть-чуть. Но мордочка у нее довольная. Да, уже пора. Вот сегодня должен быть ее день. Довольная, довольная. Ну, когда она хочет цветов и конфет, как я вижу. Пускай поиграется. Багирочка пришла к нам. А он посматривает на Жень, как хитрый. Райт и Багира. Контрольная вязка. Сегодня у нас 8, да, по-моему, или 9? 9. 9 октября 2020 год. Вы немножко пройдите туда, чтобы он, ну, туда, чтобы она была рядом с мужем, встаньте погулять, а ее в посадке дворняк. И он не признался. А когда уже начали пытать, откуда щенки, они же родились-то, и все не породистые, признались. Молодец, хорош, хорошо, хорошо. Молодец. Багира, возьмите за шенчик, придержите ее и все. Вот так вот. Только что понастало. Тенечек, тенечек. Ей жарко. Голову придержите ей. Поднимайте, поднимайте. И она так приседает всегда. Это он увидел, что Ира подняла руку. Он заметил. Багира и Райт. Багира? Очень активная собака, очень умная. С хорошим характером. И Райт. Сел и медитирует. Так всегда происходит. Мячик? Не, мячик. Нет, он его охраняет. Ира, ты напрасно дала мяч. Теперь он потерян для общества.